Я приехал из города Уфы. Из Архангельска. Из Уфы. И из Красноярска. Из Уфимского государственного нефтяного технического университета. Приезжай ко мне скорей, из-за леса и морей, из Тюмени и Москвы, из Казани и Уфы. Приглашаю я гостей, инженеров всех мастей. Гамбург-конкурс основал, 18-й настал. Приезжай ко мне скорей, из-за леса и морей, из Тюмени и Москвы, из Казани и Уфы. Приглашаю я гостей, инженеров всех мастей. Гамбург-конкурс основал, 18-й настал. В зале вижу глаза студентов, очень много здесь претендентов. Ради будущего в «Газпроме» постоять не грех, как на концерте руки вверх. Вы приехали за работой, вы приехали заработать. Чтоб мечты ваши явью стали, вам со сцены пожелали. Не бояться никого, ни ее и ни его. Волноваться нет причин, никого не огорчим. Когда знания сильны, а ответы правильны, улыбается судья, наблюдатель с ГДЯ. Ребята активные, проявляют хорошие теоретические знания. Все довольно гладко. Адекватные ребята были. Каждый внес свою лепту, каждый помогал. Возможность для амбициозных, сильных, перспективных людей проявить себя. Этот тест не купить в аптеке, он расскажет о человеке. Кто учил, а кто спал на парах, виден результат. Кто не учил, теперь солдат. С легким сердцем листок сдаете, а потом интервью даете. Вас не зря с микрофоном ждали, наконец вы им сказали. Ну, я вот здесь уже второй раз, первый раз у меня не вышло. Про конкурс я, честно говоря, узнала случайно в интернете, объявление увидела и решила испытать себя. Хороший старт для начала своей успешной карьеры в будущем. Вот остался этап последний, можно выйти на план передний. Чтобы выбрал работодатель, скажет хитрый соискатель. Я не пью и не курю, по-английски говорю. Знаю Word я и Excel, у меня своя газель. Черный пояс по дзюдо, мастер спорта по лото. Отжимаюсь 40 раз, застрахован я в Согаз. Победители сидят, занимая первый ряд. Кого вызвали, идут и сертификат берут. Забирай его скорей, с фоткой для родителей. Постарался ты не зря, трудовая в ГДЯ.